махи с гирей до параллели с полом. Это упражнение выполняется с гирей, берем ее вот таким образом, двумя руками, и мы само движение будем выполнять за счет подачи таза вперед. Чем сильнее мы импульс подадим тазом, то есть сделаем вот такое движение тазом вперед, тем выше у нас залетит гиря. Но нам нужно ее до параллели, поэтому контролируем движение. Еще раз. Таз подаем вперед. Гиря останавливается в параллели с полом. Вводим назад. Ключевой момент здесь. Нам нужно опускать гирю вот сюда и таким качающим движением уводить таз назад. Мы не приседаем с гири, то есть вот это ошибка. Здесь не должна быть гиря, то есть не сгибаем сильно колени, а именно уводим таз назад. И задаем импульс, гирю поднимаем вверх. Еще раз напомню, работаем тазом. Мощная подача тазом, гиря залетает вверх.